Поздравляем с победой и с забитым мячом. Защитники вообще не часто отличаются. Какие-то особые эмоции остаются после такой игры? Ну, эмоции, конечно, остались, потому что выиграли, набрали важные 3 очка. Как бы я считаю, что была игра тяжелая, но мы были к ней готовы. Как бы. Я думаю, что самое главное, выиграли. Показалось, что поле неровное, сильно мешало командам. Вот, изнутри, из борьбы, действительно это так было, и заставляло ли оно чаще переходить на верховые передачи? Да, поле тяжелое, конечно. Оно очень мягкое, во-первых, потому что, вот, видимо, или дождик там был, или что, вот, перед матчем, может, за 2 дня, не знаю. Но очень мягкое поле было, как бы тяжело. Из-за этого, я думаю, что много очень борьбы было и длинных передач. Но я думаю, что длинные передачи были больше со стороны Балтики, как бы. Мы пытались свою игру играть. Та комбинация, которая к твоему голу привела, можно считать, что она наигранная, или это была какая-то импровизация? Да нет, это была ситуация, как бы обостряющая передача очечка Ткачуку, и Ткач увидел, что я как бы набегал, поставил здорово, я пробил, попал. В принципе, это не наигранно, ничего не было, как бы ситуация получилась. Действительно, попал здорово, хотя наверняка был соблазн всадить, да, посильнее его, но, тем не менее, бил зряче, аккуратно. Ну да, видел, что как бы угол свободен, думаю, ну, пробить надо, думаю, лучше щечка, чем, тем более, левой ногой, не своей, как бы. Бил, попал, здорово. Про соперника что можешь сказать? Обычно многие команды, даже играя в гостях, автобус, как говорят, ставят против крыльев, да? Но Балтика, по крайней мере, эпизодами старалась играть в открытый футбол. Можно ли сказать, что это было нам в том числе и на руку? Ну, я думаю, что Балтика, они играли как бы в такой, ну, футбол, который хотели заработать стандартом, угловой, потому что у них высокие очень футболисты. Вот. И нам как бы тренер сказал, что поменьше стандартов, поменьше угловых, поменьше штрафных возле своей штрафной. И как бы их, они были, но мы вроде справились нормально. Вот. А Балтика как бы хотела, наверное, обыграть нас, потому что, ну, все настраиваются на нас. Вот. Все-таки как бы, ну, одни из лидеров. Ну, так получилось, что как бы мы выиграли, это хорошо. Спасибо.